Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Kia Sorento в сером цвете 2019 года выпуска. На бензиновом двигателе объемом 2,4 литра, мощностью 188 лошадиных сил, АГПП, передний привод. Автомобиль на хорошей резине литых дисках, имеется спойлер, камера заднего вида, парктроники, повторители в зеркалах, пробег автомобиля 49 тысяч километров. Пройдемся по салону автомобиля. Кожаный салон, чистый, ухоженный, имеется мультимедиа, двузонный климат-контроль, кондиционер, подогрев и вентиляция передних сидений, обогрев рулевого колеса, система Drive Mode, мультируль, круиз-контроль, подрулевые лепестки, система курсовой устойчивости, электропривод передних сидений, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. 105, 114, 104. 98, 107, 111, 105, 120, 109, 119, 98. Актуальную цену и наличие данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.